Компания Haval представила обновленный кроссовер F7 для китайского рынка. В России эта модель тоже продается, версию для нашей страны собирают на заводе бренда под Тулой. Главное внешнее изменение – новая решетка радиатора оттенка «темный хром». В России такая деталь предлагается только для топовой комплектации F7. Внутри же появился 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, он заметно больше 9-дюймового дисплея, которым комплектуется дореформенная версия машины. Кроме нового экрана мультимедиа обзавелась навыком распознавания голосовых команд и поддержкой онлайн-сервисов. Появились и другие электронные фишки, такие как автоматический парковочный ассистент. Ряд функций подверглись доработке, в их числе круиз-контроль и система удержания в полосе движения. Изменились также настройки подвесок, сообщает китайский портал AutoHome.